Привет! В эфире «Школьности». Все самые свежие новости школы номер 47. А познакомят вас с ними я, ученица 4-го Б-класса Маруся Ростовецкая и мои коллеги по школьной редакции. А вы знали, что в нашей школе изобрели настоящий телепорт? Прямо из кабинета английского языка учащиеся нашей школы попали в Великобританию. А все потому, что в нашей школе прошел вечер английской культуры в гостях у английской королевы. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Под руководством учителей английского языка ребята приготовили творческие номера, песни, стихотворения, сценки и даже устроили традиционное английское чаепитие. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Ребята показали профессиональный уровень владения иностранным языком и понимания культуры другой страны. Мы были просто поражены, с какой легкостью они разговаривают, поют, читают стихи на языке, который они изучают каких-то всего лишь несколько лет. Но это в очередной раз доказывает высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы. Английский язык очень важен для меня, потому что в будущем я планирую поступать в Голливуд на актрису. И сейчас, погружаюсь очень сильно в английскую культуру, слушаю Бритни Спирс, делаю домашнее задание по английскому. Я хочу учить японский, но у нас в школе его нет. В 6 моих предыдущих школах его тоже не было. Мне все понравилось. Вечер английской культуры в гостях у английской королевы подарил его участникам множество положительных эмоций. И теперь они точно могут сказать английски «We love you». Не только творчество объединило учеников нашей школы на прошлой неделе, но еще и коллективный труд. В субботу после уроков ученики дружно разошлись по своим классам для проведения генеральной уборки. Ребята получили задание от своих классных руководителей и с большим энтузиазмом принялись наводить порядок в своем втором доме. И пройдя в школу в понедельник, нам всем будет приятно начать новый учебный день в кристально чистых и уютных классах. Стефания, ты что, самая умная? Жвачки нам сказали обеим оттирать. На этом наш еженедельный выпуск школьностей подошел к концу. Мне пора на урок. Не забудьте заполнить дневники и посмотреть нас ровно через неделю. Так, стойте, куда это мы все пошли? Послушайте важное объявление. Значит, 27 ноября на канале Маруси Ростовецкой в социальной сети Нум выйдет эксклюзивный видеоблог с поездки в Вену. Город с богатой культурой, между прочим. Одна венская опера чего стоит. Так что переходим на канал по ссылке в описании и ждем 27 ноября. Все, я вас больше не задерживаю. Идите на следующий урок.